Всем привет! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами хотим обсудить новую коллекцию по каталогу 15. Сейчас перед нами очень даже симпатичная моделька. Зовут Дианочка, это подружка моей Катерины. И на модельке трикотажное платье для женщины. Артикул 521-049, цвет мультицвет, размер 50, состав 72% вискоза, 28% нейлон. Платье суперское. Платье классное, я его еще видела на ассамблее, оно мне очень понравилось. Посмотрите, как оно приталивает, как оно, да, молодит. Ну, да, то есть... то, что у меня далеко не 50 размера, но все равно... Да, все равно подходит, то есть вообще супер-супер. Мне очень понравилось. Девчонки, как вам? Удивительно. Да, то есть нас сегодня будет трое девчонок снимать обзорчики, согласились мне помочь, Катины подружки. Ну, мне очень нравится, симпатично. Сейчас на Дашеньке трикотажный кардиган для женщины, цвет мультицвет, размер 50, в состав 100% акрил, артикул 520-004. Ну, понятно, что он великоват, я заказывала для себя, но раз девчонки согласились, то, конечно, новые модельки в моих видео, это просто супер-супер. Дашенька, покрутись вокруг, смотрите, какой кардиган, он плотный, он классный, он в нем очень тепло, я прям вижу, да, на расстоянии, вот, и, конечно же, очень симпатичный. Сейчас на Дианочке трикотажный джемпер для женщины, цвет темно-синий, размер 46, артикул 521-083, состав 62 акрил, 15 нейлон, 20 полиэстер, 3% эластан. Диана, мы забыли у тебя спросить, какого ты роста? Я 168. 168. Во, все меня выше, ё-моё. Так, мы видим, что... Так, он колется? Нет. Учитывая то, что тут пайетки внутри, даже они не колются. Не колются, да? Он очень приятный. Я вижу разрезы по бокам. Да? Ну, разрезы по бокам есть, ну просто надо зрителю показать. И пайеточки, в принципе, да? Диан, подойди поближе, мы покажем пайеточки. Они сильно пришиты, хорошо, да? Ну, да. Да, ну вообще как бы, да, Диане очень идет. И обратите внимание, что манжет у рукава очень высокий, да, такой длинный, большой, высокий. Это такая вот моделька. Диан, супер смотрится, реально круто смотрится. Мне очень понравилось. Дашеньке трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 520-504, цвет бежевый, размер 50, и обратите внимание, 50 размер, но Даша, ну совсем не 50 размер, и как вы видите, кофта на ней смотрится классно, я считаю, что это кофта маломерка. Дашенька, ты какого роста? 1,74 м. Даша, вот ростом 1,74 м, а размер у тебя, наверное, 46, да? 44 размер. Вот смотрите, на девчонке 44 размера нигде, ни в одном месте 50 размер невелик. Эта вещь, скорее всего, маломерочка, имейте в виду. Смотрится супер, смотрится классно. Даша сказала, что она какая? Мягкая, да? Да. Мягкая, приятная. Кстати, цвет Даша очень идет, вообще симпатично, кофточка. Сейчас перед нами трикотажный джемпер для женщины. Да, кстати, Катюшка Шишкина, кто не узнал. Артикул 521-059. Темно-красный, размер 52. Поэтому он ей великоват. Это я заказала своей маме. Она хотела что-то яркое. Вот я и решила заказать. Поэтому, как вы видите, великовато, но ничего страшного в этом нет. Да, просто это просто моделька мелковата. Мама пока не приехала. Здравствуйте. Вот. Значит, сейчас... Девочки меряют. Значит, состав 67% акрил, 30% полиэстер, 3% эластан. И вот как раз Катюшке мы заказали такие вот кроссовочки. Катя, три шага вперед. Вот, стоять. Да, то есть посмотрите, какие. Покрутись на месте. Первое впечатление, которое она сказала, это то, что мама, я летаю в них. Мне, говорит, нравится. Значит, что это такое? Катюш, давай подальше, а то не видно. Я сейчас увеличу. Вот, а ты на месте покрутись. Вот, смотрите, как здорово, да? То есть, смотрите... Получается, кроссовки, модель CCW021, верх искусственная кожа, подкладка хлопок, стелька хлопок, подошва резина,
Вот, подошва резина. Очень классная, кстати, такая подошвочка. Гофрированная. Лесенкой. Да, лесенкой такой. Вот, цвет золотой, размер 36, артикул 884-594. Кать, ну как тебе мнение о твоих кроссовочках? Они прям великолепные, серьезно, я... Очень довольна. Очень довольна, да? Ну, очень хорошо. Ну, все. Сейчас на нашей Катерине трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет светло-серый меланж. Артикул 520-373. Размер 44. Состав 90% хлопок, 10% вискоза. Обалденный джемпер. Очень понравился. Катюш, что про него можешь рассказать? У него бархат. По рукаву и вот здесь, на груди. Да, узор выполнен бархатной тканью. Классно. Да. Поднеси нам, пожалуйста, свой рукав близко-близко, чтобы мы смогли сфокусировать и это дело рассмотреть. Да, вот смотрите, как классно. Это все вот прям бархат тут идет. Мне очень понравилось. Сама ткань, конечно, великолепная. Сшито здорово. Тут есть немножко начесик. Это плотная довольно-таки кофточка идет. Да, просто мне очень понравилось. И, конечно же, простите меня заранее, но сейчас на Кате брюки, которые не сочетаются с этой кофтой и с этими носками, но мы просто хотим вам показать. Значит, это трикотажные брюки. Так, минутку. Брюки для женщины, не трикотажные, простите. Цвет темно-синий, размер 46, 95 л... Полиэстер, 5 эластан, артикул 520-456. Так, я покрутилась. Какие застежечки на поясе, да? То есть обычная такая пуговка, да. Молния. Два кармана, молния пластмасса, да? И шнуровки для... 5 шнуров для... Да, 5 шнуров. Так, сколько карманов? 2. А сзади нет? Карман обман. Ага, два кармана обмана. А может, они зашитые, нет? Нет. Нет, просто, да, карманы просто... обманы. Хорошо, молния пластмасочка у нас идет, да? А, длина изделия, как вы видите, Катя, длинновато, но мы их подошьем. И они идут со стрелочками, кто обратил внимание. Трикотажный джемпер для женщины, артикул 520-349, цвет черный, размер 50, ткань верха, это 95% вискоза и 5% эластан. А отделка из кружева идет 100% полиэстер. Качество хорошее, но мягкое, но, вы знаете, ногтем я... Если постараться, то я могу проткнуть ногтем, но оно такое не жидкое, не зябкое, да, очень такое классное. Ну, супер просто, мне нравится. Качество кружева хорошенькое, нормальное. Вот, ну все. Так, сейчас на Катерине трикотажный джемпер для женщины. Цвет мультицвет, размер 46, 100% аклир, акрил. Вот, значит, артикул 521-065. Что могу сказать? Катя, он очень плотный, да? Да, в нем очень жарко. То есть я надела его буквально минуты две назад, и мне уже жарко. Прям, ну эти ж... Но он тебе нравится? Ты его оставляешь? Они такие симпатичные. Серьезно? Ты будешь носить или что? Я подумаю. Подумаешь, да? Еще пока не решили. Сейчас на Диане блузка с длинным рукавом для женщины. Артикул 520-492, цвет мультицвет, размер 46, состав 100% полиэстер. А, блузка супер-пупер и, честно скажу, вам очень хорошо смотрится. Она будет смотреться и на выпуск хорошо, и будет смотреться очень хорошо с юбкой, со штанами, со всем. И самое классное, что меня удивило, вот эти вот пристегнутые брошки в районе... шеи, да, обратите внимание, они пристегиваются, отстегиваются, сколько вам, как вам нужно будет. Вы их можете пристегнуть куда угодно, да, отстегнуть, допустим, с воротника и пристегнуть там в район груди одну штучку, да, то есть, ну, как брошку можете носить. Но мне кажется, что они очень даже и на месте, не расстегиваются, да. Но надо до того, как надеваешь это все, да, то есть блузка просто великолепная. Она легкая ткань? Конечно. Легкая, да, она не просвечивает. Что да. Очень хорошо, потому что большинство женских вещей такие просвечивающие. Ага.
И, кстати, да, вот идет, да, перед вами девчонка, 15 лет, да? Да. 15 лет, рост 164, и смотрите, как прям... 168. А, 168. Божечки ты мой, какие модели у меня сегодня. Прям здорово, да? То есть смотрите, как хорошо смотрится, вообще суперски. А сейчас на Дашеньке трикотажный пуловер для женщины, артикул 520-401, цвет темно-синий, размер 44, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Ну, что могу сказать, рукава, мне кажется, короткие для Даши с ростовкой 174, да, вот, видишь, рост отлично запомнила твой, да, то есть отлично просто смотрится, вот эта тигра, да, кто сказал, что злая тигра, да, на груди, тут она расцвела абсолютно по-другому и смотрится вообще здорово и классно. Очень редкие мелкие пайетки, которые прям вот этот узор, когда сочетают, то очень красиво получается. Да, вот эта вот голубая тигрушка. Ткань сама по себе как? Мягкая, Даш? Мягкая ткань, да, все хорошо. И, в принципе, вот Даше нравится. Кстати, я тут с Дашей познакомилась, и оказывается, у нас Даша, я говорю, Даш, тебе надо в модели идти. А Даша говорит, а у меня уже есть корочки модели. Вот это ничего себе, кто нам сегодня показывает одежду. Вы представляете, настоящая модель с корочками. Так, сейчас на Катерине блузка с длинным рукавом для женщины, цвет белый, размер 46, 100% полиэстер, артикул 520-483. Ну что, Катюш, так, я вижу разрезы по бокам, я вижу, что да, она немножко просвечивает, совсем чуть-чуть. Манжеты на какой пуговке? Прям подойди, покажи на камеру, какая тут пуговка. Вот такая простенькая, да, по всему периметру изделия пуговки спрятаны, и какие они? Тоже они такие же белые. Ага. И вот такая вот у нас брошечка, значит, симпатичная. Она отстегивается, да. Скажи, отстегивается, но да? Тут сложный замок. Я с ним сначала не могла разобраться. Но я не сниму ее сама. О, как то еще? Если вы хотите ее снять, то нужно ее снимать перед тем, как надеваете. Ага, что... понятно. А вот еще, Катюш, наклонись чуть-чуть. Тут сборочки на плечах я вижу, да? Вот в этом месте шовчик. И сборочки идут, да, вот, в принципе. А спинка полностью прямая, да? А да? Нет, там тоже, тут видите, полочка. Да, полочка идет. И как бы она слегка расклешенная, но, в принципе, смотрится симпатично. Катя ее себе сказала сразу, говорит, я оставлю, мне нравится. Вот, ну что ж, все здорово. Можно носить с джинсами, можно носить в жару с шортами, даже если прирастегнуть ее, да, такая блузочка классная. Можно носить с какой-то строгой юбкой, с расклешенной юбкой. Ну, в общем, вариантов у этой блузки, так как она реально универсальная, будет очень много вариантов носки. Ну все, красота. На Дашеньке легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Артикул 520-385, цвет черный, размер 50, 95% полиэстер, 5% эластан. Артикул 520-385, он идет что-то типа бархата, да, то есть ткань такая вот, немножечко соберушка, если честно, и вот такая вот штучка тут на груди прикольная, да, как вы видите. Да, очень даже здорово. Даш, ну как тебе в черном? Немного непривычно, потому что черные вещи я редко ношу. Редко носишь, да? Но я не могу сказать, что тебе не идет, и я понять не могу, почему 50-й размер опять-таки хорошо на Даше смотрится, если Даше 44-го. Что-то как-то вот... И смотрите, и рукава как раз, и все как раз. Может, потому что Дашенька у нас высокая, 174-й размер, вот у нее тонкая талия, вот, и как бы действительно нормально смотрится. Вот как вы считаете? На Катерине трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 520-552, цвет молочный, размер 50, состав 47 вискоза, 45 нейлон, 8% шерсть. Вот такая вот Катюшка. Ну, как вы понимаете, тоже размер великоват, но раз девочки согласны, я вам покажу. Конечно же, очень классный вот этот вот узорчик на кофточке. Очень мне понравился. Сейчас я сделаю вам повыше и крупнее, да, видите, какой узор суперский, прикольный, да, и, конечно же, оно ей действительно идет, вот, и давайте с вами сразу же посмотрим в увеличенном виде кроссовочки суперские.
Так, вот такие вот кроссовки. Это модель CCW020. Кроссовки женские. Цвет серебряный. Размер 36. Артикул 884-548. Состав: верх искусственная кожа, подкладка хлопок, стелька хлопок, подошва резина. Кать, ну что, такие же удобные, наверное, как золотистые? Да, и такие же красивые. Да, нравится тебе? Ну, носи с удовольствием. Но вот золотистые, я понимаю, что ты будешь с курточкой носить из коллекции Glam Sport. А эти-то с чем ты будешь носить? Со всем остальным. Со всем остальным. Ну вот я сейчас Катерине еще зеленую курточку заказала. Посмотрим. Не разувайся пока. Посмотрим, как будет смотреться. Ну вот такие вот кроссовочки. Кать, как тебя в них? Ножка пружинится? А боком встань? Я уже ходила боком. В них очень удобно. И прямо чувствуется, что мягко, удобно. Действительно, то есть и что они очень просторные, мягкие, внутри главные. Для ноги прям вообще великолепно. Ну ладно, носи с удовольствием, если нравится. Диане, трикотажный джемпер для женщины, цвет темно-синий, артикул 520-358, что-то у меня сегодня с артикулами беда. Так, цвет темно-синий, размер вот 50, видно, что она великовата, Диане, но, в принципе, я брала ее себе на примерочку. Так, спинка рукава 95 вискоза, 5 эластан, полочка 95 полиэстер, 5 эластан. Могу сказать, что блузка, в принципе, симпатичная, да. Ну, Диане понятно, что она не идет, она ей и цвет не идет, и велика, но вы просто на нее посмотрите. Диан, как она растягивается, хорошо, да? Ага, ну она такая эластичная, хорошая, да. То есть, как бы, ну, нормально. Ну, по плечам хорошо смотрится. И рукава, кстати, нормально. Не длинные, да, тебе? Вот. А тут в районе талии, конечно, длинновато, да? Вот. Ну, в принципе, вот смотрите сами. Блузка ничего такая. Я ее не буду пока отправлять на возврат. Я посмотрела ее вживую. Я не хочу ее лично носить. Но я с удовольствием ее дам померить свекрови. И я не знаю, 50 на 50 она может ее себе оставить, захотеть вот такую вот носить. Да хороша, хороша. Ой, ну спасибо, девчонки. Так, Катюшка, выходи быстренько. Значит, сейчас на нас курточка. Катя, сними. Ой, ну молодежь, а я не могу прямо. Зеленая куртка для женщины. Цвет морская волна. Размер 46. Вверх 100% полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. Утеплитель 100% полиэстер. Артикул 520-538. На самом деле эта куртка абсолютно зеленая. И она совсем не синяя. Я не знаю, почему так передается, но вы хотя бы посмотрите, как она выглядит. Она такого зелено-лазурного цвета. Да, да, да. Она не зеленая. Значит, как вы видите, обычный простой замочек у этой курточки. Капюшон, Катя, надень. Так, капюшон затягивается, нет? Есть тут эти? Да, все есть, хорошо. Да, в дождь, там ветер, можно застегнуться. Я смотрю, что виднеется там антизакус. Отлично, для взрослых сделали, хорошо. Так, давай мы с тобой обсудим карманы. Карманы как раз-таки с утепленной подкладкой, вот. Как интересно, да? То есть внутри такая вот подкладка. То есть вот можно подкладка. Руки внутри погреть спокойно. Здорово, да? Смотрите, а тут полиэстер, а тут именно вот такая вот штука. Вообще прикольно. Ну да, руку ложишь, и там прям пальцам тепло. Хорошо. Дальше, значит, рукава как выполнены? Просто прямо или там какие-то, может, ограничители внутри есть? Нет. Просто прямо загнуто и сшито. Резиночки там нет никакой? Нет, резинок нет. Да, все, хорошо, поняла. Но все, в принципе, больше нечего про нее рассказать. Цвет намного красивее, зеленей. Я могу сказать, что и он очень нравится. Как маме честно, больше ее носить не будешь? Мне нужно еще минут 20 подумать. Но а в девочке что, какой Кате совет дадите? Носи. Носи и будь счастливой. Ну, потому что вот эти же кроссовки, которые ты взяла серебристые, ты не будешь носить с золотистой курточкой, по идее, как бы. Поэтому...
Поэтому подумай над этой курткой, да, и потому что вот как-то так, да. Ну все, спасибо вам, дорогие зрители. На этом мой обзор закончен. Но я вам скажу честно, я взяла одежды померить очень много. Тут есть вещи для... Много. Да, тут есть вещи и дочки, и для свекровки есть вещи, и есть еще шапочки, шарфики. Вот, и как бы все вот это вот, да. Ну что ж, с вами были Дашенька, Дианочка, Катюшка и все девчонки. За классный обзор получат от меня сейчас подарочек парфюмерную водичку. Даже Любую я? на выбор, которая у меня есть в запасниках. Ну ты и так сполна всех водичек получаешь, Кать, тебя вообще не видно один лоб. Вот. Всем пока-пока. Спасибо вам за внимание от нашего сегодняшнего доброго, классного и позитивного коллектива.